Тебе не жарко? Мне кажется, тут немножко душновато. Может, откроем окно? Если мы откроем окно, мы здесь охренеем. Должны прийти люди установить кондиционер. Ну ладно. Какого хрена ты смотришь новости? Нам отчет надо до 12 сдать. Он почти готов. Сегодня новый сотрудник будет. И будет стажироваться у тебя, Лен. Надеюсь, ты не будешь грузить ее интернет-порталами. Нет, босс. Диана, здравствуйте. Добро пожаловать в наш коллектив. Это твое рабочее место. Спасибо. Привет, меня Лена зовут. Лен, Диана не очень хорошо говорит по-русски, поэтому твой английский будет кстати. Окей. Okay. Nice to meet you, Diana. My name is Selena. Where are you from? My name is Diana Prince. I'm from an Amazon island. Okay. Where is it? Somewhere in America. You're funny, Diana. I know you're from United States. If you will have a question, I will let you help. Я смотрю, вы, похоже, уже нашли общий язык. Мы можем поговорить позже? Я на работе. У меня нет такой возможности сейчас. Просто нет. Хорошо. Давай встретимся сегодня после работы. И желательно увидеть там твоего босса. Когда разговариваешь по телефону, выходи в коридор. Почему все должны вникать в твои проблемы? Да, простите меня, пожалуйста. Something wrong? No, this is my ex-boyfriend, and he's an asshole. Why you mention about boss? Ты почти вовремя. Ты же не думала от нас улизнуть. Нахрена вы мне звоните в рабочее время? Вы хотите, чтобы мое начальство обо всем узнало? Да мне похер на твое начальство, ты деньги-то принесла? Денег сейчас нет, верну как смогу. Ты уже раньше это говорила, мы устали ждать. Куда собралась? Мы еще не договорились. Отпусти! Отпусти! Leave her alone. Вот это секси. Так, подожди, сейчас. Охренительный костюмчик. Do you really think you can scare me? I'm a demigod. This is your last chance to drop that knife. Я примерно понимаю, что ты имеешь в виду. Я не брошу нож, иди к черту. Твою мать! Ты пельёшь там всё! И что ты мне сделаешь? Попробуешь ко мне подойти, да я ей шею сверну. Что им нужно было от вас? Я должна была им деньги. За что? Я работала у них, и мне пришлось элементарно занять денег на еду. Что это была за работа? В трудные времена мне пришлось подработать, и я убирала у них офисы. Чего ты хочешь добиться в жизни? Я хочу вернуться в колледж, путешествовать по миру и стать кем-то лучше, кем я являюсь сейчас. Тогда идите и учитесь. А потом путешествуйте по миру. Но как мне стать лучше? Просто быть лучше, чем ты сегодня.
Почти три. И где они? Будут. Я думаю, им можно доверять. Верить нельзя никому. Что так долго? Ты к пробке? Давай ближе к делу. Где оружие? Это и есть твое оружие? Спрей? Что за дело? Мы что, зря потратили время? Сынок, мы здесь не шутить собрались. Это самый ядовитый газ на Земле. Он убивает человека за секунду. Мы хотели увидеть настоящее оружие, а не твои духи. Ты что, псих? Да-да-да, я все понял. Сколько мы должны за эту партию? Мы не хотим иметь дело с таким, как вы. Во-первых, вы опоздали. Во-вторых, не поверили в силу нашего оружия. Что-то вы погорячились, ребята. У них деньги-то хотя бы есть? Евро. А эти ребята не обманули. Как я люблю свою работу. Ну вы что, не видите, что я занят? Уберите отсюда это дерьмо. Извините, что отвлекаю. У нас договоренность сегодня на 8 часов, а на 7. Договоренность? Ах да! Ну, если эти парни будут такими же, как эти, то я, пожалуй, найду для них часок. Парни, почему так шумно? Тяжелая пыль, парни. Надо откачаться будет. А это небольшие чаевые. Поздравляю, доктор Пойзен. Твои изобретения действительно работают? Спасибо, Боб. Конечно, они работают. Ведь Пойзен – это мое настоящее имя. А как насчет того метазелия? Вы уже закончили работу? Я отдам его тебе, как только закончу. И на каких супергероинь будет действовать наше метазелие? Может быть, Супергерл или Чудо-женщина? Боб! У меня есть для тебя кое-что против Супергёрл. И я обязательно поделюсь с тобой. Посмотрите туда, мальчики. I heard my name, Dr. Poison. I'm expecting you, Wonder Woman. I've been hoping to bump into you sooner rather than later. You kill those men? You are going to jail. Ah!
feeling, baby? Haven't you heard? I'm immune to poison. What? You are kidding me! Вы двое! Взять ее! Мне кажется, самое время валить отсюда. Да, босс, время торопит. Крошка твоя взяла. You win. You win. Where I can find Dr. Poison? Я хоть и не силен в английском, но я понимаю, что ты говоришь. Я не знаю, где мне его найти. Я с ним работаю второй день. Клянусь. Get out here. Now. Первое.